Здравствуйте, друзья. Мы с вами почти на самом берегу океана. Это так называемый Marine Discovery Center. Это часть университета Санта-Крус, калифорнийского. И этот университет, если кто не знает, он очень здорово специализируется в биологии морей и океанов. Marine Biology – это как бы ведущее место в Соединенных Штатах. То, что вы видите, это стоит на улице. Это бесплатно, можно смотреть. Называется это скелет. Вы скажете, от чего же это скелет? Это скелет голубого кита. Это самый крупный скелет голубого кита, который можно где-то посмотреть. Вот как нам сказали, я не знаю, может и соврут. Голубой, голубой, да. Сашенька, отойди, я надпись покажу. Вот он. Вот говорят, что голубые киты постоянно посещают залив Монтерей, где мы тут находимся. Иногда проходят тысячи миль, просто чтобы покушать. Эти здоровенные животные едят маленьких. Типа шримпиков. Создание, которое называется крил. Значит, ну, короче, крилов тут сколько хочешь. Вот. Да, good news в том, чтобы крилов у нас тут сколько хочешь, для китов достаточно. Элементы скелета абсолютно оригинальные. Их, конечно, посадили на металлические прутики, просто с целью, чтобы не развалилось там. Но вообще абсолютно все оригинальное. Вот так они, друзья, голубые киты, выглядят изнутри. Как бы. Они и сами не знают, что имеют такой вид. Мы прошли несколько шагов в направлении океана. Здесь еще скелетиков есть. Так. А где место? Что, Сашунь? А где место? Место чего? Смотри, тут кто-то. Да, вот тут стенд, на котором объясняют. Да, вот это. Да, что вот, значит, там как, какой зверек чего. Находят зверей на пляже, да, вот их, ой, разделывают. Ну ладно, идем дальше. Выбрасывает зверюшек. Это вот кости, тоже от китов, я так понимаю, от головы. Так, это кит, но поменьше. Может показаться по голове, что это какой-то птеродактиль. Но нет, друзья, нет, это кит. Но уже серый. Вот видите, он как выглядел бы так в нормальном виде. Так. Вот они, серые киты. Идут себе в нашу сторону. Достигают 15 метров. С севера приходят. Да. Вот видите, здесь написано, что можете ходить. Это public access area. То есть открыто для публики. Красотища такая. Вот там пляж, это называется Natural Bridges Beach. Мы несколько раз там уже бывали. И когда бабочек смотрели, монарх, там где они, левее туда. Ну, хотел сказать, не рестятся, но в общем размножаются. Да, и вот тут красиво очень. Знаете, запах вот этих цветов диких. И пчелки летают. Очень хорошо. Очень красиво. Да, Саш, тебе нравится? Да, но дедушка, мы пойдем внутрь. Мы пойдем внутрь тоже. Там есть музей, друзья. Там надо заплатить денежку. И вот это музей, можно сказать, морского хозяйства. Но мы обязательно пойдем. Вот этот музей. Вот эта тропиночка. Да, ребята, к краю не подходим. Так, идем. Конечно, хочется посмотреть то, что видно с краю, но опасно. Опасно. Запах, знаете, вот эти вот дикие кусты, цветочки полевые, просто не полевые, я не знаю, как их назвать, но вот эта дичь всякая. Вот видите, в таких местах стоят скамеечки. И вот в память о Тони и Ховарде Уильямс, значит, их, видимо,
дети или друзья, или родственники. Поставили скамеечку, вот можно посидеть и порадоваться жизни. Здесь невероятно, вот, Света, подскажи слово, inspirational, вдохновенно. Здесь очень вдохновенно, друзья. Здесь просто хочется дышать полной грудью. А небо какое, вы посмотрите, какое небо. Да. Сашенька, тебе нравится здесь? Да. Или ты больше в музей рвешься? Ну, мне тут нравится, но музей тоже хочется. Пошли. Может, там еще будет. Мне очень хочется черепашку увидеть. Так. Я уже видела, потому что наша черепашка умерла этот год. Да. Ах, как жаль, друзья, что камера не в состоянии передать ничего, кроме вибрации от ходьбы по земле, понимаете, толком. Ах, ах, ах. Так. Ну, я не буду слишком близко, но вот отсюда. И все это так рядом, и все это буквально полчаса, 30, там 5, может быть, 40 минут езды от Кремниевой долины. То есть прямо вот все тут рядышком. Я надеюсь, вам не мешают порывы ветра, потому что я тут оснастил камеру заглушкой такой из искусственного меха. Ну, будем надеяться, что голос слышно, а воздух нет, ветер нет. Ну что же, вот мы подошли с этой стороны и можем пойти в музей. Что тут пишут нам? Дедушка, пойдем внутрь. Пишут нам Marine Science Campus. Вот такушки. Public Access Trail. Ну, понятно, да. Значит, собачки, значит, должны быть на поводке постоянно. И так далее. И за собачками надо убирать. Вот этот трейл пошел, можно по нему ходить. Но место такое, что нужно аккуратно с ним обходиться. Вот эдакий постамент, который говорит, что здесь находится Seymour Marine Discovery Center. Marine Discovery Center! Да. Ну и они объясняют тут, что к чему, я вам сниму, а вы уже сами смотрите, если интересно будет. А вот вход. Так, что пишут нам? С взрослых по $8. А с детишек, как Саша, по 6. Вот. Можно сюда прийти. Я надеюсь, что они берут кредитки, потому что так у нас кэш с собой особо не было, мы не планировали. Это внутри вот так. Смотри-ка. О, вот под потолком-то. Сейчас. Да. Мы... Октопус. В общем, короче, друзья, это Саша у нас вот изображается в такой красоте.